Поддержка с отдачей. В этом году по решению губернатора Глеба Никитина, несмотря на экономическую ситуацию, в поддержку животноводства были выделены более 1,5 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом. И, соответственно, в этом году производство молока увеличилось. Увеличилось на 4%. Мы производим два вида продукта на данный момент. Это молоко ультрапастеризованное питьевое и сливки. Молоко должно быть чистое, иметь вкус чистый, никаких привкусов других не должно быть. Хозяйство заинтересовано в повышении качества своего продукта, то есть сырого молока. У нас есть сырьевой отдел, который выезжает с аудитами на сельхозпредприятия и, соответственно, дает рекомендации по тем или иным направлениям, те, которые, так скажем, проседают. Производство молока в области увеличивается. В целом, вот с начала года его произведено 430 тысяч тонн. Это на 4% или на 18 тонн больше 2019 года. Это достигнуто благодаря тому, что предприятия постоянно совершенствуют и технологию, и реконструкцию, и модернизацию проводят своего производства. В основном это идут субсидированные кредиты на приобретение оборудования с возмещением процентной ставки из федерального бюджета и из областного бюджета.